Ну что ж, всем привет. И сегодня я устраиваю челлендж. Итак, суть нашего челленджа заключается в том, что мы не должны никого убивать. Вообще. Напоминаю, мы не можем никого убивать, но я могу кого-то коцать. То есть коцать можно, но убивать никого нельзя. Поехали. Фух, загрузились, у нас туса. Итак, я не знаю, куда мы лично полетим, но точно не в города, потому что в городах там настолько опасно, что реально как бы, ну, там все люди, мы как бы не можем, напоминаю. Мы убивать никого не можем, только запугивать, так сказать. Вот, поэтому полетим куда-нибудь, я думаю, ориентир куда-нибудь вот сюда, я думаю. Ну или можно, конечно, на заправку, но я не знаю. Так, ну давайте на мостик, потому что на мостику там еще... Или сюда. Давайте куда-нибудь сюда, да-да-да, все, вот сюда. Ой-ой-ой, мне что-то это вообще не нравится, ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо быстро облутаться, ой-ой-ой. Все, и уходить быстро отсюда, срочно, быстро, так. Так, я не знаю, на самом деле, так. Вон там два человека я видел, но я надеюсь, они сюда не придут. Я на это очень надеюсь. Так, сейчас посмотрим. Так, дробовик, конечно же, нужен нам. Батуты, это реально офигенно. Потому что если что, мы можем просто удрать отсюда. Да. Так, тоже это возьмем. Нам очень нужно это. Очень нужно. Так, отлично. Шикарно. Да. Так, все, прекрасно. Так, бежим сюда. Ну, аптечка очень нужна. Что это? Вау. Короче, пора уходить отсюда. Просто уходить. Потому что тут, в принципе, больше ничего нету. Я думаю, мы сейчас пойдем на мост. И потом еще можно пойти на заправку. Вот, на заправку. И как бы, да, будет прикольно. Вон там, кстати, там должен быть сундук. Да, кстати, чаще всего он там легендарный. То есть, как я по опыту говорю, то, что он может там быть легендарный. Поехали. Фух, пожалуйста, повези. Ну да. Так, ну ладно, хотя бы что-то. Так, окей. Это лучше, чем ничего, поэтому да. Фу, вот это лучше, конечно же, бомбы. Ну, я не знаю, столько либо запугивать. Ну, давайте лучше дробовик не бомбить, какой смысл от него. Вот. Ну, запугивать можно, как бы, да. Но если я кого-то замочу, вот этот счетчик, который справа сверху, будет как бы на единичке, как минимум, то это уже будет провал, полный будет провал, потому что суть челленджа никого не убивать. Вот, но коцать можно, то есть, ну, это, знаете, чтобы как бы запугать, что пау-пау-пау, и он будет как бы, да, все. Так, осталось еще посмотреть сюда, отлично. Так, что у нас тут, я не понял. Мне показалось, или кто-то нас мочил? Возможно, показалось, я не знаю. Так, окей. Что, экранчик? Ладно. Он обычно, кстати, серый, ну ладно. Так, мы, кстати, не в зоне, абсолютно не в зоне. Так, туда мы точно не пойдем, пойдемте в зону. В агентство, я думаю, не пойдем, потому что, я думаю, там очень много людей. Прям безумное количество людей, потому что, как бы, да. Да. Вот. Потому что да. Так, пойдем сейчас мы туда еще сходим. Так, окей. Кстати, кирка за Новый год. Да. Вот такая она прикольная. Там вроде какие-то миссии надо было выполнять. Реально прикольная такая. Красный Wi-Fi, он тоже не особо прикольный, но такой. Так, сюда мы куда-нибудь сейчас пойдем. Так, мусорки. Нет, это не мусорки, это... Что это? Так. Так, это мы какой уже? Топ-50, отлично. Так, шикарно, просто шикарно. Так, все, пойдем еще туда мы сейчас пойдем. Это что у нас там? Сейчас посмотрим. Обязательно. Мы сейчас с красным Wi-Fi все посмотрим. Отлично. Желтый Wi-Fi это уже лучше. Лучше, чем ничего. Смешно, да. Так. Да, отлично, пойдем.
А, я думал тут. А, кстати, а можно как-то коробку с тобой взять? Наверное, нет. Нельзя, да, походу. Нельзя. Ладно, ладно, хорошо. Так, тут кто-то был уже. Мне страшно. Мне очень и очень страшно. Так, ладно. Пойдемте, в общем, куда я говорил, на заправку. На заправку мы сейчас пойдем, и будет все просто идеально. А потом еще в Щелкуна пойдем. Так, и так, заправка. Я надеюсь, сундук, который сверху, вроде бы, я надеюсь, его не облутали, хотя тут кто-то был. Давайте сейчас возьмем баночки вот эти. Как можно их вообще было не взять, я не понимаю. Ну, типа, этот человек так... Смоделируем ситуацию. Этот человек шел, открыл сундук, не взял оружие, но мало ли у него было оружие, кто его знает. И не взял банки. Как можно бы не взять банки, я не понимаю. Ладно, хорошо. Да-да-да, я слышу, там вроде бы сундук есть. Да-да-да. А, это он и был, да, походу. Так, тут, в общем, пистолетик. Но эпический. Эпический. Но я думаю, мы его не будем брать, какой от него смысл. И вообще он не очень. Так. Как можно вообще было так сделать? Типа, он не знал, что там наверху сундук? Я вот не понимаю. Ну ладно, сейчас, короче, к Щелкунчику еще пойдем. Я не думаю, что тот человек, который был тут, он не пошел к Щелкуну. Но шанс есть. Шанс, он большой, маленький, но он есть. Да, что, как, что там за снег? Ну ладно. О, отлично, прошел снег. Так. Окей. Окей, пойдемте. Так, тем временем осталось 34 человека. Это просто идеально. Я думаю, он все-таки там был. Гранаты можно еще взять? Потому что мне мало. Отлично. Так, ладно, куда пойдем? Сюда пойдем. Щелкуна, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо огромное. Там пинты, да. Кто-то стену проломил. Да, там как можно. Ладно, неважно. Так, сейчас мы еще вот сюда, в кустики эти пойдем. Сейчас посмотрим, что у нас там. Окей. В кустах у нас. Ну да. Ну ладно, хотя бы возьмем это и, в принципе, нормально, да. Слава богу, мы еще никого не увидели. Потому что если бы мы увидели кого-то, это было бы сложно. Да, сложно, сложно. Я думаю, вы хотите, чтобы я кого-то увидел. Возможно, не знаю. О, так. Еще, кстати, можно добыть дерево, в принципе, из чего мы потом скрысим. Не надо. Да. Отлично. Отлично, отлично. В агентство мы не пойдем, потому что... Ну, не нужно. Сейчас я вот так сделаю агентство. Сейчас. А-та-та. Вот, поэтому не надо лучше идти туда. Так, пойдемте куда-нибудь туда вот. Сходим. Почему бы не сходить? А, что это? Сейчас посмотрим. Так, блин, немного стрёмно, конечно, идти. Да. А ну-ка, вертолет, может... Хотя что-то я не хочу. Хочу пешочком пройтись. Вот, пройтись. Кто-то летит. Ребят, кто-то летит. Тихо, пожалуйста, только попробуй меня заметить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон он. Тихо, пожалуйста. Тихо-тихо. Опа-на. Сейчас будет стрелка. Смотри, сейчас будет стрелка. Ой-ой-ой-ой-ой. А что было дальше, увидим в новой серии. Да, а, у нас зона идет. Мы не туда идем. Нам надо туда идти. Так. Хорошо, ну как бы еще минута 30, поэтому нормально. Успеем, успеем. Это самое главное, что мы успеем. В принципе, достаточно неплохо у нас все получается, никого не мочить. Это просто идеальный челлендж для ленивых. Как я, да. Так, хорошо. Так, куда пойдем? Мы пойдем сюда, мы пойдем. Нам надо идти в зону. О, нет, 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 только попробуй, нет, пожалуйста. Тихо. Я не знаю, откуда он вообще летит. Вон он. Тихо. Бегом. Просто побежали. Так, одну с запасом. Ой-ой-ой-ой-ой, я не знаю, что нам делать. Нам надо катер. Срочно катер. О, я не знаю, что сейчас делать. Вот это сейчас адреналин пошел. Ой-ой-ой, быстро, быстро. Все, полетели. Поехали, полетели. Я не знаю, где он, просто погнали. Втопим на максимум. Ой-ой-ой-ой. Быстро. Я не знаю, попал по нему или нет, попал. Так, 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 так. Так, я предлагаю вот тут немного сейчас потусоваться и уже, да.
Фух, это был адреналин, это был чистый адреналин. Так, ладно, нам надо бы коробки найти. Как можно, ладно. Просто неважно. Ладно, я не буду ничего говорить. Так. Я думаю, немного мы сейчас потусуемся тут. И уже отправимся куда-нибудь дальше. Да, потому что... Потому что... Я не знаю, кстати, как... Вы спросите, да. А как ты будешь делать, когда останется ты и еще кто-то? А я вот не знаю. Будем надеяться на удачу. Вот. Но топ-2 точно должен. Мне показалось, или там кто-то летел? Не знаю. Топ-2 мы точно должны занять когда-либо. Надеюсь. Так, у нас остался один батут, к сожалению, да. Но если бы я их не использовал, он бы как бы нас замочил, скорее всего. Не знаю. Спотлайо. Так, тем временем у нас идет зона. Идет зона. Я думаю, нам пора потихонечку выехать. Наш катер. Как-нибудь мы его сейчас вот так сделаем. Беспалевно. Нет, это не то, что я хотел. Спокойно. Так, нам мы нужно. Нам. Ой, полетели. Полетели. Просто полить. Ой-ой-ой-ой. Ой, вот это жесть. Быстро. Просто срочно. Фу, вот это сейчас была жесть. Он мне немного похоцал броню. Но не так уж и страшно. Быстро. Просто срочно. Ой, там еще кто-то летит. Надо быстро в дом. Срочно в дом. Как же все-таки сложно никого вообще. Надо убегать от тех. Это так реально жестко. Так, сейчас мы немножко потусуемся тут. И уже отсюда отправимся. Но вот тот чувак прям, да. Тихо. Спокойно. Так. Тем временем осталось 10 человек. Я не знаю, что делать. Так. Ё-моё, что это было? Вы это видели? Я не знаю, что это было, но это было. Слава богу, прошло. А вон там кто-то. Да-да-да, вон там. Только не понимаю, что... А, у него крылышки, по-моему, как у меня. Что? Напишите, кстати, в комментариях, вам тоже дали эти крылышки? Будет интересно почитать. Так. Нам надо отсюда валить потихоньку, потому что что-то мне тут, не знаю, не по себе, пожалуйста. Так. Ой-ой, идет зонок. В общем, побежали, все, пофиг, побежали, просто побежали. Пока не стало очень поздно. Так, побежали. Блин, у нас остался один батут, это реально очень мало. Так, я уверен, в колких ключах очень много людей. Да, аж 8, 7 человек. Ну ладно, уже 8, ладно. Так. Ой, там что-то происходит. А мы никого не можем мочить. Вот это вот плохо. Так. Очень, очень аккуратно это мы все сейчас будем делать. Кстати, надо еще выпить. Я только сейчас заметил. Все прекрасно. Так. Кто-то летит. Да-да-да, кто-то летит, 100%. Тихо, не лети сюда. Тихо. Так, давайте застроим, потому что... Ну как, почему не застроить? Так, спокойно. Спокойно. Так. Простите, я от волнения эмоций делаю, поэтому... А что вы делаете перед волнением? Я эмоции делаю. Так, еще раз. Фу, у меня реально волнение. Так, спокойно. Так, зона у нас, короче, вон она. Так. Так, ну мы в зоне, я надеюсь. Это домик в зоне. Осталось 6 человек. Это я не знаю, как мы будем мочить. Ну, вообще, что мы будем делать, когда останется 2 человека? Я не знаю, честно скажу. Так, пора делать что-то подобное. Так, еще можно, в принципе, тут посидеть секунд 30, я думаю, и уходить отсюда. Так, можно в окошко сейчас посмотреть. В окошко, окошко, окошко. Ничего. Отлично, иди. Так, не знаю. Фух, 5 человек. Я не знаю. Очень потные эмоции. Фух, отлично, отлично. Эмоции, эмоции. Больше эмоций. Больше нет, стресса не надо. Так, я волнуюсь. Так. В принципе, надо валить отсюда. Ну, давайте еще минут 10 сейчас посидим тут и будем уходить. Так. Спокойно. Тихо. Я просто травка. Спокойно.
Спокойно, травка. Опять туда летит. Или мне послышалось? Не знаю. Ладно, так. Мы немножко... О, господи. Тихо. Я насчет это не мне. Он это мне. Тихо. Я не знаю, что нам сейчас делать. Я не знаю. Вот одно дело, если бы я его мог мочить, у меня были бы какие-то шансы. А так у меня нет шансов никаких. Ни против кого. Поэтому это реально жесть. Я ничего не могу тут делать. Ничего, а просто... Так, идет, кстати, зона. Но она медленно идет, поэтому можно как бы вот так вот. Так, человек 100% там. Да, он, кстати, стрелял по нам сейчас. Так. Ой, блин, мне что-то это... Что поделать? Не, мне кажется, неплохо. Четвертое место это прям вау, это хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, главное. Суть челленджа выполнена. И это самое главное, поэтому все как всегда. Всем пока.